12 часов. Ни одного звонка. Прямо шанхайский полдник какой-то. У преступников нерест пошел. Держу пари, что через 2 минуты будет звонок. Не видать мне третьего пришествия терминатора. Давай, спорим на щелбан. И через час не зазвонит. Приватная милиция слушает.
Это инспектор Петренко. Не считается. Ограбление. Считается. У Петренко украли фуражку. Нет. Не считается. Это безобразие. Полный беспредел. Полнейший Армагеддон. Что случилось, Петренко? Докладывайте. Как говорится на американском жаргоне, вспомним все. У него, наверное, столбняк. Так а что тут докладывать? Стою я, подевайте, до кусту. Тихо, спокойно. Одни лялечки. По всей форме стою. Пустюся, понимаете. Давай. Инспектор Петренко, нарушай. Да, честь участка задета. Ничего, мы новый фурик выпишем. По каталогу, американский. А нужен мне американский. Там же ж деньги были, а? Много денег, понятно вам? Ну так с этого и надо было начинать. Выходит, Goodbye advance? Мафия объявляет нам войну. Мы принимаем вызов. Номер автомобиля запомнили? Запомнил. Какой? Да, такой. Улик заляпанный грязь. А это уже улика. У нас в городе машин с грязными номерами нет. Значит, легко можно будет найти. Алена Зурабовна, пробейте быстренько ближайшие посты ГАИ. Есть. Дождь собирается. Хватит каркать, Карл. Петр Семенович,
А ну-ка, пропылесосьте свою картотеку. Есть! В соседнем квартале стоит машина с забрызганными номерами. Петренко, я. Берите Карла и прочешите район. Есть! А остальные остаются на подхвате. До моих особых распоряжений. Ну что? Ушли, Карлуш? Эй! Вперед! Ё-моё, ушли, ну! Уж эти жертвы вестернов. Пиф-паф. Ой-ой-ой. С пулей в булке наш герой. А почерк-то совершенно новый. Бомбить гаишников. Да. Такого еще на нашей киче не было. Было, не было. Лучше бы рассказали вчерашнюю серию Коломбо. Будем ждать грабителей здесь, в засаде. Фух, и Карл, от него вспомнил. Что я хотел тебе сказать? Тихо! Шо? Кто-то идет. Где? Я где-то читал, чтобы обезвредить грабителей, нужно притупить их бдительность простым идиотским вопросом. Вот в этом залог нашей победы, как говорили шведы под Полтавой. Да не трясти ты, не трясти. А ну, я сейчас вспомню, что я хотел тебе сказать. Тихо, шо? Потухли. Вот это была схватка. Да. Кстати, что вы тогда хотели сказать? Шо-шо? Я хотел сказать, что это была совсем другая машина. А ну дай. Какая же? Какая? Зеленый Запорожец, вот какая. А это ж ё-моё. Слухай. Слухай, Карл, а что ты мне такое спросил, а? Что, спросил? Не подбросит ли он нас до ближайшего гей-клуба? Шо? Коля! Ты меня уважаешь? Не понял. А ты меня уважаешь? Аян! 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 Пил! Пил!
Господи! Ну что же? Муши! Голубчики, вы меня уважаете? Тогда просю. Ожидайся. Паш, нам двоим по два двойных два раза, пожалуйста. Двоим двойные по два раза. Ага. Слухаю и повинуюсь. Коломбо, взглянув преступнику прямо в глаза, то выкурив сигарету, сказал: нет, этот бандит был слепой. Он схватил бесстрашного Коломбо за нос и начал выкручивать его против часовой стрелки. Но бесстрашный Коломбо не растерялся. Он вцепился бандиту прямо в уши и начал их профессионально арестовать. Тут бандит наносит Коломбо предательский удар прямо. В городе, о, стало сильно небезопасно. Что, нерест закончился? Очень крупная рыба попалась. Ага. Же часть семьи, участка. Ну все. Считай, что уже повторила, мой повелитель. Алло. Петренко, ваша жена звонит. Инспектор Петренко у аппарата. Что? Это моя! Моя фуражечка! Моя фуражка! Ой, ну слава Богу! А то я вже думала, що разом з головою знесли. Гая, Гаечка, мы сейчас все будем у тебя. Летим, летим, как последний патрон, смазанный салом. Полюбуйтесь на этих старых друзей, а? Ха-ха-ха, ё-моё, а? Ну ты, Галю, Колумбина. Колумбина. Кто такая? Та, то жена Коломби. Раз, два и в дамки.
причем без погрому и отпечатки пальцев тяжелых предметов на теле. Коломбина! 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 Это же те самые двое головорезов, на которых объявлен национальный розыск. Ой-ё! Маньяки? Чужок. Налетчики! На прошлой неделе казино бомбанули. Мойте руки, Петренко. Думаю, полковник разродится золотыми именными часами. Я вам завидую. Эй, Гая, все ж понимаешь хорошо. А так аж сильно тут денег. Не жалко. Так же ж было подфартило, ну. Чики-чики. Хороший тут.